Я приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня мы с вами поговорим о довольно-таки редко встречающейся в наше время кассетной деке Akai GSC-730D. Дека выпускалась в Японии в период с 1977 по 1979 год. На период выхода стоила $600 США. В этот период дека делила верхнюю позицию с довольно-таки известной декой Akai GSC-750. Дека имеет автореверс. Причем реверс реализован так, что он никак не влияет на звучание. Имеет две стеклоферритовых головки, заявленные частотные характеристики от 35 до 17 тысяч. Хотел бы еще заметить, что весит она 12 килограмм и имеет вот такой именно деревянный кабинет. Вообще, если честно, дух захватывает от того, как все это дело в то время делалось. Давайте мы ее послушаем и посмотрим, как работает автореверс. Thank you.
Спасибо за внимание. До новых встреч.